Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний влог я хочу начать с завтрака. На завтрак у меня снова вот такой тортик без выпечки. Девочки, я вам очень советую попробовать его сделать, кто еще не пробовал. Это, наверное, теперь любимейший десерт в нашем доме. В этот раз я его сделала немножко по-другому, не так, как предыдущий. Сверху я выложила печенье «Мария». И внутри у меня обычное песочное печенье и еще сухой завтрак Несквик шоколадный. Получилось безумно вкусно. И сам крем в этот раз я сделала без творога, просто сметана с сахаром и добавила туда какао. Вот он у меня постоял несколько часов в холодильнике, немножко застыл, я его вытаскиваю, переворачиваю, буду украшать земляникой, которую я собрала у себя в огороде, это садовая земляника. Видите, как бы первый слой я положила сухой завтрак Несквик шоколадный, дальше каждый слой заливала этим кремом, и дальше уже выложила песочное печенье, и последний ярус, скажем так, последний слой у меня был именно печенье Мария, и сверху буду украшать ягодами. Это безумно вкусно. Можно добавить сюда еще банан. Не знаю, моим мужчинам всем абсолютно очень понравился этот, ну, я бы назвала это даже не торт, а десерт. Такой творожно-сметанный, плюс земляника, вот эта, она у меня немножечко такая с кислинкой. И на самом деле любые фрукты можно сверху выложить, но я бы положила именно фрукты. Так, мне кажется, более аппетитнее банан, например, или киви, или виноград, что вы любите. Девочки, обязательно попробуйте, погуглите, посмотрите, какое разнообразие вариантов можно сделать вот такой десерт без выпечки, именно с печеньем. Очень-очень вкусно. Вот так вот у меня красиво получается. И я ставлю это на ночь. И с утра можно вкусно завтракать вот таким тортиком, десертом. Ну, для меня это больше десерт. Еще сверху посыпала вот эту такую посыпку, которую как-то вам уже показывала. Она у меня уже практически закончилась. Это как конфетки такие. Вот. И вот такой вот торт в разрезе у нас получается. То есть вот это песочное печенье, с ним на самом деле вкуснее. Получается, как будто бы это не печенье, а как будто бы это такие коржи, знаете, я испекла. Очень вкусно получается, прям обалденно. И добавила какао, видите, получился такой, как по виду шоколадный крем. То есть очень даже аппетитно, по вкусу он такой, ну вот эта сметана придает такую кислинку, да. И спасибо огромное, что вы мне написали, что сметану не нужно взбивать, а нужно просто аккуратненько перемешать с сахаром. Вот такая вот, девочки, вкуснятина получается. Вот этот сухой завтрак, он тоже так размяк, но он придает такой вот прям, ну очень вкусно. Не знаю, безумно вкусно, девочки, обязательно погуглите, посмотрите различные варианты десертов без выпечки. Я думаю, что понравится и вам, и вашим родным, близким, или тех, кого вы будете угощать таким вкусным, аппетитным десертом. Еще, девочки, хочу вам показать свои заказы с LaModa. Это ко мне приезжал 2 раза курьер. Максимум я могу на примерку брать 10 вещей, поэтому получилось так, что он аж 2 раза ко мне приезжал, то есть было 2 заказа. И сейчас хочу показать все то, что я взяла. В основном это, конечно же, школьная одежда, ну, кое-что школьной формы для моего старшего сына. Хочу начать с обуви. Во-первых, кроссовки с белой подошвой. У кого детки ходят в школу, я думаю, у всех, наверное, да, такое есть условие, чтобы кроссовки были с белой подошвой, чтобы занимались они в спортзале, иначе от черной подошвы ничего не отмыть, да. Вот такие вот обычные, самые простые, единственные, которые были на тот момент, когда я заказывала недорогие с белой подошвой. Вот такой марки взяла. Моему сыну они, кстати, очень понравились. У него 38 размер. Идут в размер, в размер. Вот такая вот марка. Ну, в общем, мне, в принципе, все равно. Обычные такие простенькие кроссовочки для физкультуры подойдут замечательно. И вот эта обувь, это на сменку. Это вообще идут кеды. Без шнуровки, без всего, это идеальный вариант для моего сына, потому что он не любит вот это. Здесь, кстати, здесь вот как раз надо шнуровать, а вот здесь нет, но на каждый день подойдет. Вот такие вот простенькие ботиночки, тоже они тоненькие, не утепленные. Это вообще идут как кеды, тоже 38 размер. Идут они размер в размер. Вот такой марки, я, кстати, от этой марки уже брала обувь на сменку.
сыну. Вот, вот такие вот полуботинки, искусственная кожа и хлопок на резиночке. Вот, ну, на сменку подойдут, убить их, скажем так, будет нормально. Они ему очень хорошо подошли. Следующая вещь для моего сыночка – это вот такая вот спортивная футболка. У нас обязательно условие, что она должна быть белая или, как в данном случае, белая с синим рукавом, да, ну что-то такое. В общем, основной цвет у нее должен быть белый. И я взяла, это не хлопок, это вот такой вот, ну как, такой синтетический, да, материал. Снова пришла моя котеечка помогать. Такой синтетический материал, который, ну, быстро сохнет, особо не мнется и так далее. Ну, в общем, такая обычная спортивная футболка вот такой марки. Вот такая вот марка тут. Вот видите, она специально какая-то вот такая. Вот. Отличный такой вариант, потому что, ну, Каспер, уйди, отмешается, отмешается. Пришел посмотреть, что тут, кто тут делает. Да? Вот так вот. Скажи, моя футболка будет, да? Бандит какой. Вот, в общем, отлично. Почему не беру хлопковый? Потому что они там достаточно активно тренируются. У нас такой прям учитель по физкультуре, просто активист, я бы так сказала. Вот, он их гоняет очень сильно, и они обычно все мокрые. Поэтому вот такая футболка, ну, чтобы не был весь мокрый, ему отлично подойдет. Да, котеечка, тебе подойдет тоже? И следующее, это уже непосредственно сама форма, да, можно так выразиться. Значит, здесь брюки обычные, вот такие классические, вот такой марки. Девочки, вот эту марку я беру не первый раз для своего сына. Это просто идеальные брюки. Во-первых, они не сильно тонкие. Они идут очень-очень качественные. Зимний вариант таких брюк идет с этой стороны флис. Вот сейчас я взяла такой осенний. То есть они очень плотные, очень качественные, не протираются, не рвутся, ничего с ними не происходит. И здесь вот внутри они очень качественно сделаны, вплоть до того, что вот здесь, где шов по низу, сделана вот такая хлопковая, как бы настрочка такая, очень классная марка вот эта вот. Да, она как бы не бюджетная, но мне брюки, вот у меня сын просто вырастает по длине из брюк, а так они идеальны. Здесь идет также вот такая вот резиночка, что можно подтянуть. У меня сейчас сыночку, они немножко великоватые в области вот здесь вот талии. Но я подтягиваю вот этой резинкой, и сидят они просто идеально. Это идеальные брюки. Они реально не рвутся, несмотря на то, что у меня мальчишка, который бегает, и все остальное. Даже коленки не протираются. Настолько качественные, классные брючки вот такие взяла. И еще я взяла ему вот такую кофту. Это идет толстовка, обычная хлопковая вот такая, да, ну, самая простая толстовка, которой пришит вот такой воротничок. Вот состав 95% хлопок, 5% лайкра, вот так вот называется марка. И мне очень нравится. Посмотрите, насколько будет прикольно. Синие брюки темно-синие и темно-синий вот такой воротничок. И вот такая толстовочка на прохладную погоду. У них в школе тепло, но пока включат отопление, да, и все остальное. Да и зимой вот с длинным рукавчиком она тоненькая. И при этом не надо вот это вот одевать сюда рубашку, да, потому что эта рубашка будет вот так вот вся. Здесь уже все продумано, все пришито с брюками вообще... Очень мне понравился вот этот вариант. Также я взяла сыночку просто обычную черную толстовку. Это от Манго, Манго Kids. Она, ну, просто обычная черная, тоже вот такая вот тоненькая. Вот такую толстовку я им еще в прошлом году. Котейка уже, все, все вот своим хвостом тут. Вот, в прошлом году тоже такую покупала. Он ее, допустим, рубашка или футболка поло сверху одевает, если прохладно, потом, если в классе жарко, он снимает. То есть в таком варианте у нас тоже можно ходить. Нельзя ходить, если вот здесь вот какие-то рисунки, да, там черепушечки и тому подобное, вот в таком нельзя. А просто это как типа, ну, типа расценивается как джемпер, да, идет вот такая вот. Обычная, ну, это классика даже, да. Хотела такую темно-синюю, но темно-синюю не было в размере, поэтому взяла черную. Черную у нас тоже можно.
Ну, еще немножко тут мужу. Взяла ему вот такое нижнее белье вот этой марки. Очень оно, кстати, ему понравилось. Предыдущее у меня было две штучки. Это комплект из двух штук идет. Было серое такое. И ему очень понравилось качеством. Оно такое достаточно тоненькое. Ну, в общем, хлопковое. Очень хорошо сидит. И ему очень понравилось. Поэтому взяла снова такой же. Я ему до этого как-то покупала, кстати, вот этой же марки нижнее белье. Ему тоже очень нравится. Оно долго носится. Еще я ему взяла вот такую шапочку для бассейна, а то у него порвалось. Вот, надо, кстати, тоже начать ходить в бассейн, я все никак не могу начать. Вот, шапочка это такая тканевая она, ну, как тканевая, как плавки, такой же материал. Вот, прикольно. Ну, то есть там такие вещи для спорта тоже есть по хорошим ценам. О себе я взяла вот такую сумку. Девочки, вообще я ее изначально взяла для того, чтобы ходить с ней в бассейн. Я сюда примерила, сюда у меня помещается полотенце, купальник, тапочки, шапочка, да, и косметичка. Вот идеальный вариант, потому что у меня спортивная сумка одна. Она достаточно, во-первых, достаточно большая, а во-вторых, у меня спортзал и бассейн находятся в разных местах. И у меня уже был такой момент, когда я, то есть, соответственно, если я иду в спортзал, то я беру все для спортзала, да, если я иду в бассейн, то я беру все для бассейна, да, у меня как бы разное все это. И у меня было однажды такое, что я приехала в бассейн и забыла купальник. То есть я поцеловала дверь, точнее, я зашла, даже уже почти разделась, увидела, что нет купальника и ушла. Поэтому я хочу все в одно место сложить, и чтобы у меня была вот отдельная сумка для бассейна, отдельная сумка для спортзала, да, котеночка? Вот, в общем, взяла вот такую сумку, и она пришла ко мне вот в таком виде. Я ее показываю сейчас, как она есть, да, вот как она пришла достаточно мятая. Я ее сегодня хочу, вот сейчас буду гладить, я ее отпарю, я вот такие вещи отпариваю, и я думаю, что она придет в форму, еще ее можно набить, чтобы она приняла нужную вам форму, в общем, покажу ее. Вы знаете, мне настолько понравилась эта сумка, что ее можно не только для бассейна, а как сумку-шопер использовать или как сумку на пляж. Здесь вот такой вот плетеный материал, но это, я так понимаю, такой синтетический. Внутри идет вот такая заклепка, никакой молнии нет. И вот здесь вот идет под этой заклепкой маленький кармашек. Здесь вот эта подкладка... Там было написано, что она достаточно тонкая, но я бы так не сказала. То есть она идет вот такая хлопковая. Мне очень понравилась эта сумка. Я заплатила за нее что-то 1500, но цены я вам все подписываю, да. Мне кажется, что очень классная сумка, очень симпатична. И у меня же есть кроссовки от Pierre Cardin, которые я вот тоже недавно на Ламоде заказала, которые тоже имеют вот такой серый цвет. Так что я думаю, что она у меня будет еще и как сумка-шопер. Очень она в этом плане удобная. Единственное, что вот да, она пришла вот такая мятая. Показываю, как есть, но для меня это не проблема. Вот, она же не из натуральной кожи, чтобы вот такие заломы имели какой-то... Не знаю, значение. В общем, сумка это очень классно. На пляж тоже в ней будет нереально классно. Так что я думаю, что даже не для бассейна, наверное, буду ее использовать, а просто как такую сумку-шопер. Ну, это все искусственная кожа. И прошиты вот эти вот ручки мне очень понравилось. То есть они не просто за один бортик закреплены, а вот так вот, видите, сделана дырочка. То есть я думаю, что... Ее можно очень сильно набить, она очень вместительная. Вот. Слушайте, я, наверное, даже буду использовать ее как сумку-шопер, потому что она мне очень понравилась, девочки. Она очень классная такая сумка. Кажется, ее... Ну, я подобные вещи даже могу постирать спокойно. Вот. Ну, руками, да. Вот. Так что вот такая вот. И еще немножечко вкусностей в этот влог. Помните, я вам вот от этой московской марки показывала такой торт, очень вкусный. И в этот раз у меня муж тоже ездил в магазине Реал в Санкт-Петербурге. Они продаются больше, мой муж не видел нигде. Это московское производство. И он увидел в этот раз вот такой торт с апельсиновым мармеладом. Девочки, это просто божественно вкусная вещь. Вообще обалденно. Он у меня покупал этот тортик на днях, но я очень хочу поделиться с вами, потому что это безумно вкусно.
вкусный. Ну, для меня это тоже, не знаю, тортик, десерт. Единственное, что вот эти вот желетки, да, вот эти вот апельсиновые, они придают такую кислинку шоколадному тортику. Это просто безумно вкусно. Девочки, увидите какие-либо десерты этой марки, обязательно попробуйте. Это московское производство. Я думаю, в Москве можно много где его найти. И на ужин я сегодня решила приготовить такое достаточно простое блюдо. Это у меня филе форели. Я немножечко налила туда, у меня остались сливки, добавила специи, поставила в духовочку при 180 градусов запекать, а потом просто где-то минут за 10 до окончания я просто посыпала сверху тертым сыром. И на самом деле это очень вкусно. Вот такой вариант рыбки я вообще обожаю. В сливках получается такое, ну, очень вкусно, обязательно попробуйте. И, кстати, еще, да, добавила туда немножечко укропчика. Вот укроп очень хорошо сочетается, на мой взгляд, с рыбой. Мне очень нравится такой вариант. Ну и различные специи там, какие вы любите. Также я сейчас сделала овощной салат, который подам к рыбе. И, девочки, мне тут сестра привозила вот такие вот помидоры. Это спелые помидоры, они такие и есть, зеленые. Честно скажу, что я не помню, как называется этот сорт, но они просто безумно вкусные. Единственное, что сестра говорит, что мало урожайные, и вот эти помидоры, они плохо, хранятся, да, плохо лежат, они быстро начинают портиться, мякоть. Вот такая зеленая и безумно вкусная, ароматная такая, даже сладковатая немножечко. Ну и на сегодня, девочки, я с вами буду прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным, интересным. Ссылочки оставила внизу в инфобоксе. До новых встреч!